Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Халжан Темирбаев, город Караганда. Тунеядец. Временно не работаю нигде. Понятно. Но при этом... Пойду, говорит, попою. Да, но при этом вы всегда мечтали о том, чтобы вот так красиво выйти на сцену, на большую? Конечно, это об этом мечтает каждый человек. Я желаю вам удачи, давайте начнем. Спасибо. Dici del cielo sta compagnia vostra, che già perduta suona fantasia, che penso sempre che tutta vita mia il cielo volete dirigere, ma non lo so. Scordo mai che una passione che io portio da catena pur me lo senta l'aria e non me fa campa. Crema lucente v'è caduta, dici temmeno poco e pensate. Честно сказать, я не хотела, чтобы песня заканчивалась. Такое ощущение, что вы 3-4 секунды спели. Я просто сидела и... Это приятно слышать. Спасибо большое. Ну, прекрасное исполнение. Мне тоже очень понравилось. Вот вы... Спасибо. Ваше мнение очень значимо даже, для меня. Видите, любовь народа завоевали сейчас. Ну, молодцы. Молодец, Халжан. Баурум Рахмет. Откуда вот в этом таком казахском парне такая итальянская, понимаешь? Кровь. Да. Это, наверное, просто... Такие песни надо чувствовать только сердцем. Он джурек пенсис бисенго. Он де эндер дайталмайс. А мне прям хотелось, знаешь, вот к его исполнению какой-нибудь там саундтрек фильму, там «Крестный отец». Рахмет Баурум. Очень талантливо. Спасибо большое. Бесспорно талантливо, особенно с учетом того, что вы нас всех поразили. Спасибо большое. Мой ответ – да. Я тоже говорю – да. Я говорю – да. Да, действительно, сложно здесь что-то придумывать, поэтому я тоже говорю «да» и с четырьмя «да». Мы провожаем вас в следующий тур. Спасибо, Халжан. Спасибо вам большое. Спасибо вам, зритель. Эй, порция новых видосов на нашем канале. Смотри.